Целью недопущения случаев дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов 1 февраля сотрудники госавтоинспекции провели операцию «Пешеход». Сегодня в центре Локаш-Хабы прошла практическая акция под наименованием «Пешеход». Целью данного мероприятия является предупреждение дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма с участием пешехода, а также водителей вблизи пешеходных переходов. Особое внимание полицейских во время операции было направлено на соблюдение правил дорожного движения пешехода, проведение с ними разъяснительной работы. Каждый участник дорожного движения, будь то водитель или пешеход, может положительно повлиять на дорожную обстановку в районе. Для этого нужно лишь каждому, кто находится на дороге, быть дисциплинированным, ответственным и взаимовежливым к другим участникам дорожного.